Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Сегодня у нас 2 прилета и 6 спасенных жизней. Порадуемся за этих хвостиков, вытащенных из ада. Имен у них еще нет и не до этого. Много проблем и в Якутске, и здесь, в Москве, на передержках. Кто-то болеет, кому-то нужно срочно делать анализы, обследования, прививки. Болеет также мой якутский котенок. ФИП у него. Ежедневно, в ночное время, в одно и то же время ношу его на укол. Заболела также и якутская, вытащенная недавно, собачуля Таша. Из ППЖ открылось кровотечение, похоже на венсаркому. В общем, не до имен, поесть даже некогда. Кручусь, как белка в колесе. Вот первый прилет из 2. Хорошая девочка, разговорчивая, да. Красавица. А морда как у кобелька, да? Ой, хвостом пиляет. Людей любит, да? Да. Ты моя маленькая. Ну, жалуется людям. Да, ей целую банку надо, она самая скелетозная на сегодня. Она в будку спряталась и за шторкой, видимо, пошла просто тихо умереть. От ужаса. Да. Что там? Мясо. Мясо, давай быстрее мясо. Дядя Роман, давай быстрее нам мясо. Молодец. Давай. Вот какой ты умная девочка. Девочка. Запоминаем, что это девочка. Хвост виляет, ребра торчат. Да не жалуй. Не спеши. Никто не заберет. А то вдруг отнимешь, скажи. Никто не И сам заберет. Съешь. Ой. Ой, Господи. Хапануть хочет, не получается. Скажи, я привык без плошки, просто на льду. Как с какашками вместе кушать. Хвостом, видите, как виляет от счастья и радости. Что-то с миски есть, не умеет. Не умеет, ага. Не умеет. Нет, сейчас она погрызет. Да. Скажи, вылизывать тут у вас еще надо. Нам там кладут прямо на какашки. И мы грызем. Молодец, давай. Вот, умница. Да это пластик не надо есть. Но это все очень вкусно, очень вкусно. Но теперь ты будешь всегда кушать и досыта. Ой, тебя бы помыть. Ты какой-то есть, какая ты вся такая пятнистенькая, да? Ну, 3 года бы я дала. По мордочке это должна быть такая собака. Ну, у них год за 3 идет там. Они стареют быстро от такой жизни. Ну, давай жалуйся еще раз. Она жаловалась вот так, и это, морда, ну, как будто разговаривает, вот так делает. Да? Бам-бам-бам, вот так, мам-мам-мам-мам-мам. А, она просто разговор? Это ну, не... она сначала, это, я думал, больно или что, а потом она вот так начала. Ты все нам рассказать решила, да? Вкусно было? Вкусно? Ты не злобная девочка, вон ты какая хорошая. Спряталась в будку, а мы тебя нашли. Палец можно порезать. Порезать, да, палец можно, обо что? Об позвоночник. Да. Ой, такая девочка. Девочка тощая-притощая. Вот там вот Роман гладит. А еще одни ребра торчат. Все, одни ребра торчат. Мой сладенький. Ой, как ножки поставила ты. Красивенько поставила. Такую позу красивую. И ты нисколько... Так будет очень красивая собака. Да, когда мы откормимся. 10 килограммов 5-6 наберет. Или 10. Будет красавица, шерсть будет лоститься. А мордочка какая будет? Ой, какая мордочка, да. Такая вот я красавица. И девка красавица. Умница, умница. Морда такая, да, как у мальчишки. А сама молодец, девочка, а сама девочка. Молодец, красивая. А тут девочка. Даже кудри вот у нее были когда-то. Красивая девочка. Видите, вот от, какая шерсть, да, как пакля. От того, что такая жизнь скотская. Такое непонимание в глазах. Непонимание в глазах вообще, что за жизнь на этой планете. Ой, зайка, ой, ушко обработать надо. Оля, больно, обрабатывай, да? Мушка. Иди, ты, давай. Давай, обратно. Давай. Ну, сей, по чуть-чуть посидим там и скоро оттуда выйдем. Чего? Хорошка. Что ты хочешь? Все. Хорошка. Все. Годика 3, девочка. Ну, Годика 3, ну не знаю. Все. Шерстка такая тусклая.
тоже 4. Откормит собачка. Так, а мы кто? А мы кто? Вот это уже мальчишка, наверное, ты, да? Ты уже помоложе, жопки у тебя. А ты скелетос. Все я знаю про тебя. Вот смотрите, какие прям похожие, удивительно. Это прям нечаянно они так получились. Просто это такого. Сильно дрожало, а это скелетос вообще собиралась умирать. Давай, погуляем. Она очень скелетозная. Это мальчик. Выходи, выходи. Во, стойте. Это вообще, сейчас ветром сдует. Ой, это что такое? Это что, там есть жизнь-то? Ой, ну такие у нас бывают в парке, да? Хвост такой, намек на Лаечку, мальчик. Пойдем. Сейчас, мальчик, сейчас я тебе сделаю консервочку. Пойдем. Вот у нас тут пикник. Только снег. Сейчас, да. Так. От голода. Красиво сидела. Красиво, как в позе, в какой красивости. Давай. На ухе, конечно, караул. Сейчас не трогай. Нет, конечно, нет. Малыш. А он где жил-то вообще-то? Да он не жил, он мучился. На цепи, скорее всего, жил у хозяина, который не кормил. У них там на самовыгуле выпускают, чтобы они добывали себе вот в таких баках еду сами. Потому что животное должно само добывать себе еду, понимаете? Да, само должно. И лошади сами добывают, и собаки. Ночью выпустил на самовыгул. Кто-то сам становится едой. И погулял, да, а потом сам становится едой. Потом сильный тебя пожрет. Мой сладенький. Он еще пошел к рукам. Может, у тебя что-то еще есть? Да уж. Да? Трындец? Вот так. Молодец. Ой, как. Ой. Там острые, прям углы острые. Да ты мой сладкий, да? Сладкий. Вот полуха отвалилась. А ну-ка, глаз покажи, глаз слезится, да? Да. Ну все, он. Что только не прошел в этой жизни. Глаза слезятся. Мой сладенький. Он клубочком свернулся и не мог даже никуда. Нос спрятал в свое тощее тельце. Ой. Ну, в общем, скелетоз. Ну, килограмм, наверное, 15-16. Одни кости просто там, да? Ну да, 15. 15 килограмм, а по весу должен быть как 25. Минимум 25-27 должен быть. Ты мой сладкий. Еще давайте, может, сухого еще дадим. Одной консервы мало, скажи мне. Ну ты домой, ты сейчас приедешь, не придетку. Знаешь, как будешь кушать? Дозировано, правда, не так много сразу. Да, а потом ты нормализуешься. Нет, все. Форм не надо. Не надо? Эй, фу! Нет, все-таки не доел банку, наверное. Маловато ему. Ищет все-таки помоечку, а? Бедные дети. Он так как-то идет, даже осторожно. Подожди. Вот это. Ой, у него сил нет даже подняться. Мама дорогая. Стойте-ка. Что-то вот там у него даже сил нет. Что-то надо с ногами проверять. Вот держите. С ногами надо проверять. Слабость в ногах. Как будто рахит остался. Я сейчас, конечно, придумаю всякую всячу. Но его просто надо элементарно откормить. Ну ты так дрожал. Мальчик. Сегодня одна девочка и два мальчика. Этот не успел еще пройти ад. Волшебный ад. Ой. Так, он в туалет хочет, да. Ну тогда потом вот сюда. Подойдешь, кушать будешь. Я так дрожал от всех этих собак, скажи. Да ну два. Они так все там оттуда, 2-3. Что, они долго живут, что ли? 2-3 года и все. Так, малыш, иди мой золотой. Вот какой золотой, Дрожалкин. Я тебя назвала Дрожалкин, ты понял? Ты понял, Дрожалкин? Он какая морда классная. Вот какая морда классная. Морда классная. Пошлите-ка это, к пикнику нашему. Покажет.
Этот менее скелетозный, но он очень сильно дрожал. Вот. Вот. Ну и что? Ну и что? Я сейчас вас снимаю и быстро бегу на капельницу с котенком. И на УЗИ. Утром была, сейчас еще. И вечером еще в ночную смену на капельнице сидеть там 1.5-2 часа. Сам запрыгнул, да? Да. Я люблю снимать, как они запрыгивают. Все. Все. Уйти, мой зеленый, чего вообще? Я еще хочу гулять. Ой, какие у меня лапи. Лапи. Не надо, ты вон себе волшеб петлю. Что ты, мой сладенький? Что ты, мой сладенький? Незлобливый, да? Тихоуси. Какие мы зайки. Так, обратно, да, разолазь. Давай, залезай, посиди там чуть-чуть. Еще одна встреча, еще один самолет. Прилетели 3 очаровательные молодые девочки, тоже очень вовремя замеченные волонтером в ППЖ. Они ждали свою очередь на передержках там, в Якутске, поэтому уже пришли в себя, не такие стрессовые. Маленькая, маленькая ростом, худенькая, новенькая. Посмотрите на эту мордаху. Выходи. Стоять. Ты кто? А? Ты кто? Ты девка? Ты девка? Девочка. 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 Да вот. Все, все. Словака. Словака. Девочка. Молодец. Приехала? Да, боись. Не бойся, не бойся. Молодец. А? А эта девочка настолько благодарна за спасение. Всех целует, всех, кто рядом. Удивительная целовашка. И как такую не спасти? Но как таких заметить, если они прячутся в уголке или в будке от злых сородичей? А спасешь и не понимаешь, за что и почему она и такие, как она, должны умереть. Сколько в ней невостребованной любви к человеку. Вот ее заметили, и я попросила забрать. И оказалось не зря. Такое ласковое чудо.
Огненно-рыжую девчулю тоже спасли от зубов голодных и злых замерзающих собак. Недолго бы прожила малышка в том вольере. Ласковая, добрая, стеснительная, скромная. Какая же замечательная. Ну как ее мы могли пройти и не заметить? Спасли, привезли. Она в Москве. Ну-ка, мордочку покажите нам. Там мордочку покажите. Девочка или мальчик? Девушка. Девочка, девочка красавица. Плюс-минус одинаковая. Ну, это не такой скелет. А, да, скелет. Скелет, она просто пушистая. Пушистый, да. Давай сканер. Сканер нам. Есть. Все есть. Идет она здоровая вообще, не хромает. Пойдем. Молодец. По соли не ходи. Она бегает. А вот сюда надо задвинуть, это соль-то. Запуталась. Провалилась. Обнимашки поделайте. Иди. Иди сюда. Иди, иди. Да, туда тебя ходили. Твои же эти попутчики. Молодец. Видишь, обниматься любит. Э? Молодец. Ой, нет. Ой, молодец. Хвостом метем, значит, все нормально будет. Ой. Ой, ты лохматая, грязная и страшная. Да ладно, красавец. Мальчик, девочки, интересно. Иди сюда. Иди сюда. Иди. На горшок надо. Может, вы помните, как эту собачулю затаптывали большие злые собаки? В ноябре было. Как она пыталась запрыгнуть на будку, чтобы спастись, и не могла запрыгнуть. Лапки короткие. Вот и она прилетела, наконец-то, у нас в Москве. Как видите, друзья, спасение идет ускоренными темпами. Кто вперед? Злые, голодные сородичи или те, кто несет ответственность? Или мы с вами. Многие жизни можно успеть спасти. Главное иметь средства, чтобы оплатить услуги там, в Якутске. На освободившиеся места, на передержках, мы сразу вытаскиваем новых бедолаг. И радуемся, что смогли, что успели схватить еще пока живых. Да, кого-то не успеваем, как того лежащего, в крови, на будках. Не успели. Многие жизни зависят от вашего милосердия. Помогайте, пожалуйста, а мы будем делать все, что сможем.